В этом году ремонтные работы проводились на первом этаже. Стены, пол, двери кабинетов. Работы были завершены в срок. Дети приступили к обучению. Хочу вам представить нашу эту разруху, совершенно новую, с новыми дверьми, с новой плиткой на полу, со всеми удобствами и со всем необходимым, все, что нужно для детей. 2 сентября в соцсетях появились фотографии и информация о том, что до сих пор третья школа не готова принять учеников. Директор подтверждает, фото настоящие. Но вот только есть один нюанс. Сделаны они были еще летом, когда строители только приступили к выполнению работ. Да, те фотографии относятся конкретно к нашей школе. Они были сделаны как раз в период проведения ремонтных работ летом. То, что вы видите сегодня в настоящий момент, пожалуйста, вот оно есть. Уроки по расписанию. В старших классах идет планирование подготовки к ЕГЭ. За время проведения съемок мы не увидели в школе ни одного строителя. А вот учеников здесь много, как и должно быть в учебном заведении. Ремонт у нас проводились на первом этаже нашей школы в старом здании. С полной заменой напольного покрытия, с полным выравниванием стен, с полной заменой дверных проемов. Школа работает в штатном режиме, ремонт полностью завершен. Осталось только разместить информационные стенды и установить мебель. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».